работает? Итак, Сафай. Это Зимбабве, приблизительно 100 километров от города Харари, который является столицей. И я в полном одиночестве отправляюсь в путешествие для того, чтобы посмотреть слонов. Природа здесь очень сильно похожа на нашу российскую. Очень сильно. Очень-очень. Вот. Что еще я могу рассказать? Сервис гораздо лучше, чем в Кении, что меня удивило. Гораздо лучше. Стоимость ниже. Потому что в Кении с меня $50 содрали за право зайти в зоопарк, в котором ни хера не было. Да. Здесь прохладно сейчас, градусов, наверное, 11-12. У нас тут есть теплые пледы. В смысле, у меня. Это я один. Едем сюда из ладов и чё-то. Ура-ура. Вот такие вот пейзажи. Пейзажи. Ну, пока что из местной фауны можно наблюдать только землекопцев. Что мы едем, как видите, природа здесь не скажу, что уж принципиально отличается от нашей. Трава ну, в смысле, не наркоманская трава, а обычная трава, которую коровы едят. Вот. Ну и в принципе вот такая вот природа вокруг. Пока что ни слона, ни носорога, ни еще кого-то я здесь не наблюдаю. Но на самом деле носорогов я уже видел. Где бы слона. Это год сидеть в Африке и не увидеть слона как-то глупо. Эх, эх. Видео будет, видимо, отвратительного качества. Слава богу, добрый YouTube сможет это все исправить, насколько мне помнится. Эх, это вот мой водитель, если его видно. Да, видно. Мои ноги. Ну, это так, если вдруг кому стало интересно. Вот. Это я отмерзаю. Погода хорошая. Должен был быть дождь, потому что еще и капли были, но закончилось успешно. А вот мы и въезжаем на территорию, видимо, самого парка. А нет, мы выезжаем на дорогу, по которой мы приехали. Странно. А, вон он, вот. Не совсем логично, конечно, делать с одной стороны, как сказать, несмотря на саму, как сказать, само расположение и расположение офиса и все, и отеля, а с другой стороны въезд. Но это Африка, логика тут бессильна. Так, заходи, что хочешь. Мэйкс, видео. Okay. Ну, вперед! Да здравствуют слоны! А, ну да, он сейчас что-то пойдет закрывать это все дело. Пока что впереди ничего не наблюдается. У них есть один лев, как мне сказали. Бедолага.
всего один. Ладно, снимать буду дальше, когда будет поинтереснее. Пока что это все напоминает, что я на Воронеж выехал в своем любимом Хабаровске.